Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседы по трудным или сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Могли ли апостолы срывать колосья на чужом поле? И мы будем отталкиваться от следующих текстов. Евангелие от Матфея 12:1. Евангелие от Матфея 12:1 и книга Второзакония, 24 глава, с 19 по 22 стих. С 19 по 22 стих 24 главы. И мы читаем сначала Евангелие от Матфея. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть». Возникает вопрос, они проходят засеянными полями, то есть не по одному какому-то полю, а через несколько полей, и они срывают колосья и едят зерно. На каком основании? Я помню, что в советское время к этому относились как к воровству. В советское время там за сорванный колосок могли человека арестовать. И атеисты, они иногда цитировали эти слова из Писания и говорили, вот видите, как ведут себя эти ученики Христа, как шайка бандитов, которые, обходя чужие поля, они поедают чужое зерно. Но давайте обратим внимание, что фарисеи, которые очень хорошо знали закон, по этому поводу, то, что они срывали на чужом поле и ели, никаких замечаний ученикам не сделали. Они сделали замечание только по вопросу, а почему в субботу они это делают? А фарисеи, книжники, мы знаем, они неплохо знали закон Божий. А что об этом говорит сам закон Божий? Книга Второзакония, 24 глава, 19-22 стих. Этот раздел Пятикнижия Моисея называется Пеа. Пеа – это край поля. Закон о Пеа. «Когда будешь жать на поле твоем, когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники твоем, не собирай остатков за собой, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом земли египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие». Итак, здесь говорится о трех категориях лиц, которые имеют право, проходя через любое поле, срывать и есть. Это пришелец, сирота и вдова. Странник или путешественник имеет статус пришельца. Поэтому апостолы, которые в большей части они были из Галилеи, путешествуя по разным землям, Эрец Исраэль, Святой Земли, они имели право срывать колосья, растирать и есть зерно, которое оставалось на их руках. И в еврейской традиции, в трактате Мишна, который называется этот трактат Пеа, это раздел Мишны Барахот, даже устанавливаются подробности, как важно не жнать поле дочисту, как важно оставлять что-то
и для пришельцев, для странников, для сирот и для вдов. Это заповедь Божия, поэтому даже фарисеи никакого возражения по этому поводу не сделали ни Христу, ни его ученикам. Их только возмутило то, что это происходило в субботу, в день покоя. Но какой покой, если человек голодный? А когда он вкушает, он, конечно, успокаивается и обретает некий покой, отдохновение. А есть в субботний день не запрещается ни в каком случае. Итак, друзья, мы рассмотрели сегодня еще один из вопросов. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя.